Говорят, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обниматься хотя бы 10 раз в день. Один из итальянских профессоров и вовсе назвал обнимашки эликсиром вечной жизни. В Международный день объятий мы решили проверить, насколько барнаульцы любят обниматься. Здравствуйте, сегодня Международный день объятий. Не хотите обняться? Давайте. Хорошего дня вам. Здравствуйте, сегодня Международный день объятий. Не хотите обняться? Жена наблюдает, она очень ревнивая, поэтому спасибо, но должен отказаться. Удачи, спасибо. И вам. Не хотите обняться? Нет, с посторонними нет, только со своими одной. Ну, да. Давайте. Хорошего дня. Ага, спасибо. Оказалось, что к неожиданным объятиям на улице готов далеко не каждый. Чтобы привлечь внимание к теплому празднику, а заодно и порадовать небольшим подарком решительных барнаульцев, мы объединились с моим коллегой Артемом Гусельниковым. Не желаете обняться в день объятий? Не получите блокнотик? Подходите, не стесняйтесь, в день объятий! Что поделать? Давайте обнимемся. Сегодня Международный день объятий. Вот, можете получить небольшой презент от нашего телеканала. Пожалуйста. Хорошего дня. Давайте дарить тепло друг другу. Да запросто. Хорошего вам дня. Вот, спасибо, небольшой презент от нашего телеканала. Спасибо. Не желаете обняться? Нет. Вирус? Вирус? Ну, это да. Давайте обнимемся. Сегодня давайте, Международный день объятий. Давайте. Вот так вот неоднозначно барнаульцы реагируют на простое предложение обняться. Но мы надеемся, что сегодня каждый подойдет и обнимет своих близких. София Яценко. Артем Гусельников. Алексей Фризин. День с толком.